Всем привет! Современные тенденции в вейпинге таковы, что все больше людей переходят на вот такие вот под и MTL устройства. Поэтому выход адаптивных линеек не заставляет себя долго ждать. И сегодня я расскажу вам как раз одну из таких линеек. Это Brusca Salt. Приходят они вот в таких вот матовых флакончиках, объем 30 мл. Это этакая уменьшенная версия классического Brusca со всеми теми же очень приятными матовыми этикетками и клевыми цветовыми решениями комплементарных цветов. Как я и сказал ранее, это солевая линейка крепостью 25 мг, баланс 50 на 50, у нее удобные носики для заправки подов и, конечно же, приятная стоимость. 350 рублей за такой флакон, при учете, что солевая жидкость расходуется очень медленно, это прям экономически экономично. Посмотреть актуальные цены вы всегда можете на сайте Brusca. Ссылку я оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видосом. Ну а теперь давайте перейдем ко вкусам. Их в линейке много, вы только послушайте эти названия миксов. Мандарин, гранатовый сок со смородиной и лимоном, ледяная клубника с земляникой, творожный десерт с кусочками банана, ледяная ежевика, тропический коктейль, ягодная хвоя, ледяной манго, ледяная дыня. И насколько я знаю, это не все, что есть у Brusca, миксов в линейке намного больше. Но я не успел попробовать их все, что мне прислали. Поэтому Brusca без обед, но я расскажу про первые 5. Если они вам интересны, то пишите в комментариях, я сниму обзор про остальные. Просто, нельзя просто так взять и попробовать 9 миксов с крепостью 25 мг на подиках. Так вот, сегодня я вам расскажу про гранатовый сок со смородиной и лимоном, мандарин, ледяную клубнику с земляникой, конечно, творожный десерт с кусочками банана и ледяную ежевику. А про остальные в зависимости от вашего желания в другом ролике. А начнем давайте, пожалуй, с мандарина. Новый год не так давно был, да и сейчас сезон, в общем-то, поэтому почему бы не мандарин? Его яркий и свежий вкус всегда ассоциируется с праздником, приятным настроением, так что, если любишь мандарины, ставь лайк. По вкусу он напоминает не совсем натуральный мандарин, а такое мандариновое варенье. То есть для меня этот микс воспринимается как что-то такое конфетное. Его я парил на подике Майли, вот такой вот синенький. И возможно, что на других устройствах он раскроется по-другому. Но у меня вот возникли именно такие ощущения. Следующий — это гранатовый сок со смородиной и лимоном. По описанию от производителя, там сочная черная смородина, пара долек сицилийского лимона и очень-очень много гранатового сока. По насыщенности он, конечно, воспринимается чуть ниже среднего, что вполне нормально для подсистемы. И воспринимается он как этакий морс из граната и черной смородины. Причем на фоне идет сначала гранат, а потом перетекает опять черную смородину. Лимон я там никак не почувствовал, но опять же, возможно, это специфика устройства, на котором я его парил. Это был вот такой вот Vaporesso Podsti. Следующий микс – это ледяная клубника с земляникой. Думаю, по описанию тут никаких комментариев не нужно. Но если что, на флаконах они как бы есть, но тут вот прям совсем не требуется. В этом миксе больше чувствуется не натуральная ягода клубники, а такой клубнично-земляничный компот. Типа, я не знаю, вот вы бросаете в шейкер клубнику с земляникой и перемешиваете это потом, разбавив холодной водой. Он намного ярче воспринимается, чем два предыдущих, которые я попробовал. Парил я его на Vaporesso Degree. Вообще, в последнее время мне очень заходит девайс от Vaporesso, но в целом микс мне сам понравился. А, чуть не забыл сказать про холодок. Он там есть, но очень такой слабенький, никаких неприятных ощущений он не вызывает. Следующий у нас творожный чизкейк с кусочками банана. Это хороший чизкейк Graham Crust со спелым бананом. Ну, такие тонкие вкусы, как чизкейк, на подах очень сложно распознать. А вот банан показывает себя очень ярко, не хуже, чем клубника. И по мне вот прямо отлично подходит под солевые линейки. Если хочется попробовать что-то, у чего прям такой узнаваемый вкус продукта, возьмите жидкость с бананом. В целом он мне тоже понравился, и его я отнесу в машину. Будет поджидать меня там для дозаправки картридж. Ну и последний микс на сегодня — это ледяная ежевика. Она в миксе, конечно, присутствует, но мне показалась какой-то синтетической и с послевкусием черной смородины.
Также тут больше холодка, чем в той же клубнике с земляникой, и воспринимается она как что-то вроде ежевики, малины и черной смородины, но при этом вот прям ей чего-то не хватает. Если в обычных классических жидкостях этому миксу добавляется сладость глицерина, то тут, возможно, не хватает именно ее. Но мне она, в общем-то, как-то не зашла. Ну и все, в общем-то, из того, что я попробовал. Остались еще тропический коктейль, ягодная хвоя, ледяной манго и ледяная дынь. Вангую, что ледяной манго будет прям пушечкой. В общем, если хотите увидеть продолжение этой линейки, пишите об этом в комментариях. Ну и если лень писать в комментариях, просто лайкните этот обзор, я все пойму. Ну а пока давайте перейдем к итогу. Что касается внешнего вида и подачи, тут все очень даже круто. Выглядят они очень приятно, мне нравятся принты и цветовые сочетания, которые на них использованы. Об этом я говорил и в обзоре классической линейки Brusca. Также они разлиты в удобные флаконы с тонкими носиками, которые хорошо лежат в кармане и у вас не возникает никаких проблем с заправкой ваших картриджей. Что касается вкусов, из тех, что я попробовал, мне больше всего понравились ледяная клубника с земляникой и творожный десерт с кусочками банана. Вся оставшаяся линейка, ну точнее часть линейки, имеет хороший сбалансированный вкус, по насыщенности чуть ниже средней, но я не устану повторять, что для солевых линеек это вполне нормальная практика. И подсистемы не должны выдавать вам каких-то гастрономических оргазмов, у них другая суть и цель. В целом, если взять в учет ее цену в 350 рублей, это прям хорошо по вкусу. Это качественная солевая линейка, к которой у меня, ну, в общем-то, нет никаких вопросов. Ну, может быть, только к ледяной ежевике, и то, наверное, я придираюсь. Поэтому, если вы ищете качественную и доступную жидкость с хорошим оформлением и удобным флаконом, то Brusca Salt – это то, что вам отлично подойдет. 30 мл, крепость 25 мг, 350 рублей. Ссылочка на производителя будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Ну а у меня на сегодня все. Приятного вам и пока.